Всем приветики, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем разбирать тяжелый люкс. Тяжелый в прямом смысле, люкс тоже. Золотой слиточек, Крыгина бокс. Коробка с всеми люксовыми продуктами. Мистер-кот тут испугался очень. Ну что, тебе нужна такая коробочка? И эта коробочка тебе нужна. Тебе все коробочки нужны. Итак, в нашей коробочке, пока ее мистер-кот не сгрыз, Елена Александровна Крыгина в розах. И здесь всяческие роскошества. Там очень много всего хорошего. И будем разбирать прямо по карточке. Разворачиваем нашу газету. И первым делом натыкаемся в полноразмерный продукт номер один. Это скраб Крыгина Косметикс. Он вот, это полноразмерный продукт в коробке, и вы не представляете, какая это гордость для меня. Каждый раз открывать коробку и доставать оттуда продукт собственного производства. Чувствую себя прям, знаете, большой, взрослый, самостоятельный. Итак, в чем фишка скраба и почему это важный продукт? Потому что этот скраб имеет очень мягкие частички, которые не травмируют нежную кожу губ, даже если есть трещинки, не сдирает кожу, а именно аккуратно заполировывает. Абразивные частички этого скраба очень мягкие, круглые, такой прям ровненькой сферической формы. За счет этого они стирают ороговевший слой, но не царапают. Очень круто еще вокруг губ пробежаться, потому что кожа здесь также нуждается в отшелушивании. Потереть. И я рекомендую оставить минут на 15, потому что сферические абразивные частички находятся в очень питательном и насыщенном бальзаме. Если у вас есть возможность оставить скраб на ночь, оставляйте. Будет эффект, как от лип-маск Крыгина Косметикс с утра. Вот эти все частички сферические, они растают. Проснетесь, у вас будут очень-очень-очень нежные губы. Следующие продукты у нас в коробочке идут пары. Это Клиник. И оба этих продукта посвящены зоне глаз и вокруг глаз. В общем, здесь косметичка, очень удобная, кстати, для сумочки. Маленькая, в нее прям все самое необходимое поместится. Вот здесь лип-маск, маленькая тушь, маленькое зеркало, какая-нибудь пудрочка. И вот все, что нужно, все здесь есть. В этой косметичке две миниатюры. Первая — это уже известная вам тушь Clinique High Impact Mascara, моя любимая. И одна из топовых для меня тушей 100%. И я, в принципе, вот сейчас ей накрашена. И регулярно имею эту тушь. Сколько бы я ни тестировала новинки, мне многие виды туши нравятся, но к этой я всегда возвращаюсь, причем возвращаюсь с особым трепетом, теплом, как к любимой. Здесь большая миниатюра, я еще раз, вот кто вдруг присоединился только к моим видео, напомню, что вообще моя история с этой тушью началась вот с такой миниатюры. Она мне попалась так же, как вам попалась в этой коробочке. Так что, возможно, у вас тоже случится любовь на всю жизнь, потому что мне сейчас 33 почти, а когда я первый раз попробовала эту тушь, мне было 18. Еще один продукт в коробке, очень большой, особенно с учетом того, что он для зоны вокруг глаз. Это Пепстарт линейка, крем-гель для зоны подглазного пространства. Полноразмерно он выглядит вот так. Крем-гель очень заряжающий энергией. В этой миниатюре очень клевый кончик. Он скругленный, напоминает массажер. А почему так? Потому что в полноразмерном продукте как раз-таки есть такой вот здесь шарик, с помощью которого вы можете наносить средства. Немножко выдавливаете, наносите точечно. Близко к глазам не подбирайтесь, вот прям вокруг них. И сразу такими легкими массажными движениями и наносите. Утром это очень круто, снимает отечность, потому что вы буквально будете выжимать воду лишнюю из тканей. Плюс сама формула крем-геля подтягивает и выравнивает кожу, заряжает ее энергией и быстренько убирает припухлости под глазами. В общем, быстрый освежающий эффект вам в зоне подглазного пространства обеспечен. Ресницы будут распахнуты. Следующий продукт у нас в коробочке. Миниатюрка в отдельной коробочке. Это Кинзоки из линейки Belle de Jour. Это флюид для лица.
Такая тут крошка-милашка-миниатюра. Ну как миниатюра, тоже достаточно большая на несколько раз. В полноразмерном варианте этот лосьон выглядит вот так. Почему говорю лосьон? Потому что это действительно очень легкий, жиденький флюид, который очень легко растушевывается по коже. Невесомый совершенно. В завершении от него появляется матовый финиш. И кожа становится такая бархатистая, очень нежная. У него прикольное, достаточно философское название. Алхимия священного лотоса. Это прям что-то из Гарри Поттера. И его основная задача — восстанавливать кожный покров, уплотнять кожу день за днем, давая накопительный эффект. Очень круто подойдет для тех, у кого жирная кожа или проблемная, потому что крем-гель очень легкий, не оставляет ощущения стянутости, но при этом реально дает очень хороший матирующий эффект, прям матовый финиш. Идем дальше. Ля Мерчик. Здесь саше, две штучки тонального крема. Одного саше вам хватит на один раз. Там внутри знаменитый, любимый визажистами, особенно люксовыми визажистами, которые работают с дорогими клиентами и со звездами. В общем, один из топовых тональных кремов. Это тональный крем La Mer с SPF 20. Вот такой он полноразмерный, в тяжелой стеклянной бутылке. Когда появился, произвел просто фурор. Он очень жиденький, очень легко растушевывается, создавая такую тонкую вуаль. Он очень легко наслаивается, при этом оставляет такую немного блестящую финишную вуаль. От этого кожа выглядит очень увлажненной, очень ухоженной. При этом я хочу сказать, что он довольно-таки неплохо замазывает. При своей легкой текстуре, при своей полупрозрачности, покрывающая способность у него средняя, а если наслаивать, даже выше средней. Ну вот даже по рукам видно. Чуть-чуть нанесла сюда, идеальная рука. Здесь нет ничего, ну сразу видно, что нет ничего. Обожаемый тональный крем визажистами Крыгина Студио, конечно же, потому что у нас очень много знаменитостей обслуживается, делают макияж, и все очень-очень любят этот тональный крем. При этом еще один огромный его плюс, он стойкий. Далее идем. 30-миллилитровая миниатюра от Clarins, из линейки My Clarins. Это молодежная линейка для молодой кожи. Это очищающий гель для лица, для умывания, называется Remove. Здесь очень большая миниатюра, этот классический travel size Clarins. Clarins всегда очень щедры на объем своих миниатюр, что приятно. И, конечно же, всегда являются брендом номер один во всех моих косметичках поездочных, потому что это идеальный объем. За это отдельный респект и поцелуйчик. В полноразмерном варианте он выглядит вот так. Это очень прикольный гель, потому что он, во-первых, ничем не пахнет. В нем такое чувство, что вообще нет ничегошеньки лишнего. От него кожа такая прям нежная получается, не скрипит ничего. Просто очень чистая и очень свежая. При этом он очень хорошо удаляет макияж. Особенно если вы предварительно сделали демакияж, то он просто суперски очистит от остатков этого макияжа. Он очень хорошо вычищает поры, убирает себум, и после него кожа вот прям, она просто такая свежая и очень сбалансированная. Нет такого ощущения, что где-то участок жирный, а где-то сухой. Или хочется сразу кремом намазать, или кожа стягивает. Вообще нет. То есть кожа в абсолютно каком-то классном нейтральном состоянии после него. При этом он очень универсален, подходит даже для самой нежной кожи. И применять можно как утром, так и вечером. Вообще обратите внимание на линейку My Clarins, потому что там продукты, которые очень отличаются от основной линейки Clarins. И они прям прикольные. Мне нравится очень эта линия, она прям такая клевая. Следующая миниатюра у нас в коробке, но для той зоны, куда она предназначена, это вполне себе большая тюра. Это Talco увлажняющий крем вокруг глаз 24 часа увлажнения. Очень легкий крем-гель, немного охлаждает, подсвечивает кожу и быстро разглаживает мелкие морщинки и складочки, вот неровности. Он очень легкий, такими вбивающими движениями наносим. В полноразмерке у него очень большой объем. Этот легкий флюид хорошо убирает отечность, во-первых, за счет состава, во-вторых, за счет охлаждающего эффекта. И действительно хорошо разглаживает кожу, потому что очень хорошо ее увлажняет, и она прям расправляется, она как будто наполняется водой. И просто вот чик, и сама расправляется. А еще очень классно использовать этот флюид в качестве маски. Жирненько прям нанести, а потом удалить остатки. Далее у нас в коробке парочка, очень прикольная, очень стильная, шампунь и маска для волос. Это Authentic Beauty Concept.
новый бренд на российском рынке. Очень, во-первых, я всегда ценю дизайн, и здесь прям хочу пятерку поставить, и в миниатюрах, и в большеатюрах, потому что полноразмерно выглядит вот так. В этой коробочке, в коробочке люкс, вам могла попасться либо Hydrate, вот эта линеечка голубенькая, либо такой же шампунь и маска, только из другой линейки, я ее просто называю желтая, официально она называется Replenish, она более восстанавливающая, это увлажняющая. С одной стороны, очень нежные, очень прозрачные, легкие текстуры, с другой стороны, хорошо пенящийся бессульфатный шампунь, и очень интенсивно увлажняющая, но при этом как крем-гель, легкая маска. Вот конкретно в этой линейке ребята вдохновили с манго и базиликом. Они являются увлажняющими компонентами здесь. После применения продуктов волосы очень легко расчесываются. Действительно восстанавливаются достаточно быстро, потому что я тестировала эту линейку в достаточно экстремальных условиях для волос. Потому что у меня не было возможности мыть голову часто. Мне все время приходилось спасаться сухим шампунем. И при этом у меня всегда на голове было что-то надето. И волосы заминались просто как мочалка выглядели. Голова потела, в общем, все это вместе с сухим шампунем на моей голове превращалось в кашу. Вообще прекрасно отмывает любые загрязнения этот шампунь, а маска мгновенно восстанавливала волосы, что после одного применения укладки они выглядели уже вполне хорошо. Ну и миниатюрки, ну посмотрите, какие они хорошенькие, ну как-то как. А еще они настолько клевые, что вы можете их использовать, а потом перекладывать сюда дополнительно маску, а сюда наливать шампунь и возить с собой в поездочки. Так я и сделаю. Следующий красавчик у нас в коробочке, тоже в отдельной коробочке. Это один из двух продуктов Comfort Zone. Здесь элемент лотереи присутствует, потому что доподлинно неизвестно, какой именно продукт будет в вашей коробочке, попадется и будет вам сюрприз. В любом случае, оба продукта офигенные, миниатюры большие, и это очень хороший способ познакомиться с Comfort Zone, потому что Comfort Zone это тот бренд, который так вот не представлен, что вот пошел его и купил себе в магазин, поэтому его очень классно тестировать в миниатюрах. В общем, здесь у нас 12 мл баночка крема, в полноразмерном у нас 50 мл, выглядит он точно так же. Это трипептидный крем, который комплексно воздействует на кожу. Он очень легкий, при этом от него очень приятный финиш, он не скатывается, хороший как база под макияж, и он дает очень хорошие барьерные свойства, защищая кожу от загрязнений, предотвращая воздействие окружающей среды, мгновенно стирает следы усталости и дает коже такую легкую приятную прохладу, очень освежает и вообще невесомый. Также вам мог попасться лосьон для тела, полноразмерный в варианте он выглядит вот так. Примерно такая же у него миниатюра. Очень нежный, очень легко впитывающийся, при этом интенсивный лосьон для тела с настоящей ароматерапией, потому что у него такой комплекс ароматов, такая композиция, которая очень успокаивает, расслабляет идеально после принятия вечерней ванны. Следующий продукт у нас в коробке — роскошные ампулы от Babar. Здесь набор из трех видов ампул на основе розочек, экстрактов роз. Полноразмерно ампулы выглядят вот так. Такой же красивый набор, просто побогаче, побольше. Вот так он выглядит. Здесь ампулы действительно с экстрактом нескольких видов роз. Красная роза, эмблема печали, шутка. Красная роза, она же дамасская роза, корректирует микрорельеф и усиливает выработку коллагена. Белая розочка, альба, выравнивает рельеф, дарит сияние. Тон кожи от нее будет сразу ровнее. Черная роза, экстракт черной розы бакара, защищает от преждевременного старения. Вот здесь на первой ампуле находится такая штученька, которую вы на ампулу надеваете, чик, открываете ее, все содержимое выливаете на руку, наносите сначала на лицо, тык-тык-тык, и потом все оставшееся прямо на декольте и вот аж вот сюда. В общем, куда хватит, потому что в ампуле достаточно большой объем для одного раза, а использовать надо за раз. Перед применением ампулку слегка встряхните, чик-чик-чик, как свой бьюти-коктейль, и наносите такими впечатывающими движениями. После того, как содержимое ампулы впитается в кожу, наносите крем. В полноразмерном варианте программа прям на 7 дней. Постарайтесь ее соблюдать. Далее идем пивония миниатюрка.
крем от первых признаков старения и преждевременного повреждения кожи. В полноразмерном варианте он выглядит вот так. Сейчас мажусь в качестве ночного крема. И вот можете посмотреть, какой я гладенький персик. Очевидно, результаты есть. Это очень легкий по текстуре, но при этом скорее даже не легкий, а воздушный крем. Очень легко впитывается и очень приятный в нанесении. Прям у него воздушная нежная текстура. Он мгновенно смягчает кожу. У него морской эластин в составе, который наливает кожу влагой, делает ее более упругой, такой, знаете, как натянутой и очень ровной. Гиалуроновая кислота в том числе оживляет кожу, наполняя ее влагой. При этом все компоненты помогают эту влагу сохранить, предотвращая обезвоживание, и вот чтобы она выглядела такой увлажненной, вот как яблочко наливное. И очень круто еще на шее расправляются вот эти все морщинки, сухость вот в этой зоне, потому что мы все в айфонах, и шея очень страдает. Поэтому я рекомендую большое внимание, особенно с этим кремом, уделять также шее, потому что на шее он тоже очень эффективен. Ну и еще парочка ароматиков. А здесь в коробочке это Нарцисса Родригес For Her and For Him. Миниатюрки ароматов для хорошего настроения и для того, чтобы чувствовать себя лакшери. Вот у меня здесь женский мускусный аромат, а еще мог попасться розовенький, это с ароматом розового шипра, такой более чувственный. И мужской, также мускусный, достаточно знаковый для ароматов Нарцисса Родригес. И немного с древесными нотами, такой густой, раскрывающийся мужской аромат. В общем, потестируйте, уверена, вам понравится. И разобрались с люксом, немножко из люкса выпью кофе. Мистер Кот, идем пока, говорит. А ты не будешь поворачиваться к людям? Мистер Кот не хочет со всеми прощаться, он хочет идти играть со своими бумажками, мячиками. И, в общем, сейчас терпеливо ждет, пока я закончу снимать это видео. Итак, в общем, мы быстро хотели вам сказать, что мы вас всех целуем и всем пока, хорошего настроения, мистер Кот! Скоро увидимся снова на YouTube, в Инстаграме. В общем, будьте на связи, я тоже буду. Всех целую, всем пока!